Когда вы доверяете Богу, когда вы говорите: «Боже, я буду двигаться вперед, я не останусь здесь», вы получаете поддержку небес. Небеса будут с вами рядом. Здравствуйте, я Стив Келли, старший пастор церкви «Волна» Вирджиния-Бич. Я люблю брать Слово Божие и оживлять его для людей в их повседневной жизни. Иногда люди думают о Слове Божьем и считают, что это какая-то книга на полке, которая никак не связана с повседневной жизнью. Но я люблю брать Библию и смотреть на повседневную жизнь, на ситуации, на вопросы, которые задают люди, и находить ответы в Слове Божьем. Вы удивитесь, когда узнаете, сколько всего Библия говорит о повседневной жизни, о том, как жить в семье, как быть хорошим отцом, хорошей матерью, как быть хорошим работником, хорошим бизнесменом, как узнать, какова Божья цель для вашей жизни. Сейчас мы отправимся в церковь «Волна», Вирджиния-Бич, штат Вирджиния. Я верю, что сегодня вы услышите послание, которое даст вам цель и поможет понять, как жить со смыслом. Вы лучше поймете сущность Бога и то, как сильно Он заботится о вас. Он желает, чтобы вы были успешны всегда и во всем. Третья книга Царств, 17 глава, история о пророке Илье и о том, как он укорял царя Ахава. Скоро мы перейдем к ней, но вначале я хотел бы сказать несколько слов, так сказать, объяснить идею моей проповеди. Третья книга Царств, 17 глава, 7 стих, говорит: «По прошествии некоторого времени этот поток высох, ибо не было дождя на земле». Тут все понятно. Поток высыхает, если дождя нет. Верно? И было к нему слово Господне: «Встань и пойди в Сарепту Сидонскую и оставайся там. Я повелел там женщине, вдове, кормить тебя». Не очень хорошее начало для путешествующего проповедника, если о вас должна заботиться вдова. Представляете, как бы это звучало в новостях? Нуждающаяся вдова заботится о служителе Божьем. Но как бы там ни было, Бог повелел ей кормить Илью. И встал он и пошел в Сарепту. И когда пришел к воротам города, вот там женщина-вдова собирает дрова. И подозвал он ее и сказал: «Дай мне немного воды в сосуде напиться». Возможно, так он пытался определить, какая именно это будет вдова. Кому именно Бог повелел заботиться о моих нуждах? Мне кажется, что так он пытался это выяснить. Так говорит мне мое воображение. И пошла она, чтобы взять, а он закричал вслед ей и сказал: «Возьми для меня и кусок хлеба в руки свои». Она сказала: «Жив Господь Бог твой, у меня ничего нет печеного, а только есть горсть муки в катке и немного масла в кувшине. И вот я наберу полено два дров, прошу прощения, и пойду, и приготовлю это для себя и для сына моего, съедим это и умрем». Итак, эта женщина плохо питается. Она сама на грани голодной смерти и обезвоживания, а также у нее совсем нет надежды. Вы только подумайте, это была ее последняя еда. «Я принесу тебе попить, но ты хочешь забрать у меня последнее?» Но вот что пророк говорит ей в ответ: «Не бойся, пойди, сделай, что ты сказала. Иди домой и приготовь свой последний ужин, а потом умирай». А вот что он говорит: «Иди домой и делай так, как ты сказала». Собираешься поесть и умереть? Иди домой и сделай это. Но смотрите, что он говорит дальше. Но прежде. И когда я это читаю, то думаю, что же он творит? «Но прежде из этого сделай небольшой опреснок для меня и принеси мне. Ибо так говорит Господь, Бог Израилев: мука в катке не истощится, и масло в кувшине не убудет до того дня, когда Господь даст дождь на землю». А теперь давайте перенесемся в Новый Завет, и я покажу вам, что Иисус говорит об этой самой женщине и о других нуждающихся того времени. В стране голод, поток высох. Илье пришлось идти куда-то в поисках обеспечения. Бог сказал, что есть одна вдова, которая позаботится о нем. Он ощутил на себе последствия голода, и теперь он ищет следующий источник обеспечения. Он искал нужную женщину. А вот слова Иисуса: «Поистине говорю вам,
Много вдов было в Израиле во дни Илии, когда заключено было небо 3 года и 6 месяцев. Так что сделался большой голод по всей земле. И ни к одной из них не был послан Илия, а только ко вдове в Сарепту Сидонскую. Иисус говорит, в то время было много нуждающихся. Все страдали от последствий засухи. Нет дождя, значит, нет еды, нет урожая, нет семени в земле, потому что оно не растет. А это означает, что нет еды, нет запасов, и наступает голод. Вы понимаете, что в мире сегодня много нуждающихся? Прямо здесь, в Соединенных Штатах Америки, многие люди нуждаются в провизии. Многие люди в нужде. Но Библия говорит, что Бог отвечает не на нужду, а на веру. Здесь Илия ищет женщину, которой Господь повелел заботиться о нем. Илия понимал, что если эта женщина позаботится о нем, то Господь, в свою очередь, позаботится о ней за это. Тогда была большая нужда, а также было много вдов. Но только к одной был послан Илия, чтобы принести ей обеспечение. И когда он говорит, «Но прежде испеки мне хлеб», он имеет в виду, поставишь ли ты Бога на первое место? Доверишь ли ты Богу свою жизнь и свое будущее? Даже если кажется, что ситуация безвыходная. И мой вопрос к вам сегодня. Является ли Бог вашим наивысшим приоритетом? Я знаю, что Бог у вас на первом месте, но признайтесь, кто когда-нибудь чувствовал себя так, как эта вдова? Кто думал, что всему пришел конец и выхода уже нет? Она была в именно такой ситуации. Представляете? Клянусь Господом, это моя последняя еда, а дальше конец. Наверняка кто-то из вас себя так когда-нибудь чувствовал. Если да, то это просто какое-то несчастье. Может, вы не думали, что это конец? Но у вас закончились все ваши средства, и вы не видите, как двигаться вперед. Возможно, вы не чувствуете, что это конец, но чувствуете себя в ловушке. Кто когда-нибудь чувствовал, что вам чего-то не хватает? А кому хотелось при этом умереть? Господь, было бы проще, если бы я просто взял и умер. А кому когда-нибудь казалось, что Бог просит слишком многого? Возможно, вы одиноки или в разводе, и вы смотрите на то, что Библия учит о любовных отношениях, о сексе только в браке. Библия говорит, что секс до брака — это блуд. Но вы любите какого-то человека и думаете, «Бог, ты что, это серьезно? Ждать до свадьбы? Это уж слишком...» Возможно, вы сейчас в разводе и пытаетесь снова найти себе спутника жизни. И каждую ночь вы одни, а вам это не нравится. И у вас появляется искушение пойти на компромисс со Словом Божьим и поставить на первое место ваше желание, а не мудрость Божьего Слова. Хотя Библия говорит не становиться под одно ярмо с неверующими. Если Бог смог найти подходящего партнера для Адама, он обыскал всю землю и никого не нашел, поэтому Бог создал для него женщину. Если Бог сделал это для Адама, то Он может сделать это и для вас. Да, это так. Но в моменты одиночества и в моменты трения между тем, что говорит Библия реальным миром, я понимаю, что вам хочется сказать, «Бог, ты просишь слишком многого». Но нам нужно следить за тем, чтобы Бог был на первом месте. Да, и аминь. А сейчас я хочу прочитать вам, что было до этой истории, и что вызвало пересыхание потока и голод. Тут сказано, «И сказал Илия, фисвитянин, и жители галаадских Ахаба, жив Господь Бог Израилев, пред которым я стою. Все годы не будет ни росы, ни дождя, разве только по моему слову. И было к нему слово Господне. Пойди отсюда и обратись на восток, и скройся у потока Харафа, что против Иордана. А зачем ему скрываться? Потому что Бог знал, что царь
попытается расправиться с ним. Илья упрекал Ахава в том, на какой женщине тот женился. Это была Иезавель. Некоторые люди говорят, что у каких-то женщин есть дух Иезавели. Они показывают на сильную женщину, хорошего лидера, и называют ее Иезавелью. А я не считаю, что все сильные женщины — это Иезавели. Дух Иезавели может быть как на женщине, так и на мужчине. Дух Иезавели — это тот, кто пытается все контролировать, прилепляется к чужому успеху, пытается манипулировать этим человеком, чтобы получить то, что ему хочется, и то, что он никогда бы не получил без чужого лидерства и влияния. Вы используете другого человека как вещь, чтобы получить то, что вам нужно. А потом просто выбрасываете его. Не очень хорошая стратегия, скажу вам прямо. Иезавель захотела принести всех богов других народов в Израиль. Она хорошо выглядела, потому что она соблазнила Ахава. Под ее началом людей начали приносить в жертву и делать другие ужасные вещи. А у Израиля на первом месте должен был быть Бог. Бог — их лидер. Из-за ее красоты Ахав разрешил войти этой женщине в страну и буквально отвернуть всю страну от Бога. Вы меня слышите? Так что внешность женщин что-то да значит. Я хочу, чтобы вы взяли из этого несколько уроков для своей жизни. Запишите, если ведете заметки. Номер один. Бог сказал Илье: «Я позабочусь о тебе во время голода». Когда Илья провозгласил голод, это означало, что его тоже это коснется. Возможно, вам кажется, что в вашей жизни наступил голод, и у вас множество нужд. Я говорю не только о финансовых, но и об эмоциональных нуждах или о духовных нуждах в отношениях, в работе. Возможно, вам кажется, что в какой-то сфере вашей жизни наступил голод. Бог позаботился об Илье во время голода, потому что Илья поставил Бога на первое место. Он угождал больше Богу, чем людям. Если смотреть естественными глазами, то если я пойду и скажу все это царю Израиля, то он меня убьет. Но Илья больше боялся Бога, чем людей. И поскольку он сделал то, что сказал ему Бог, и поставил Бога на первое место, Бог позаботился о нем. Далее, номер два. Бог повелел воронам кормить его. Если вы поставите Бога на первое место, то Он позаботится о вас во время голода и сделает это сверхъестественно. Наш Бог — Бог чудес, Бог прорыва и Бог ответов. Если мы поставим Его на первое место, скажите, а Он у вас вообще на первом месте? Так вот, если мы поставим нашего Творца на первое место, тогда вы увидите заботу о вас от Него во всем. Во всем и всегда. Ну а третий урок, который я извлек отсюда, поток высох. Иными словами, иногда то, что вас поддерживало и обеспечивало во время нужды, иногда то, что было для вас благословением и источником жизни, высыхает. Возможно, это была ваша работа или какой-то большой клиент вашего бизнеса. Так случилось, что этот клиент уже не с вами. И вы думаете, возможно, я больше не в воле Божьей, потому что больше нет этого обеспечения. Нет, Илья был в самом центре воли Божьей, когда поток высох. Но слишком многие христиане плачут у засохшего потока вместо того, чтобы искать воронов или чего-то нового, что хочет делать Бог. Иногда потоки высыхают. Если мы не можем это пережить и остаемся у этого пересохшего потока, то никогда не увидим, что ожидает нас дальше. Да, я проповедую лучше, чем вы слушаете. Уж такое дело. Я не говорю сейчас о вашем браке, нет. Не нужно думать, что этот поток уже высох. Я ни в коем случае не говорю о вашей церкви, о нашей церкви.
Но я говорю, что потоки могут высыхать. Это порой происходит. Какие-то вещи, которые были для вас благословением, внезапно исчезают, и не нужно рыдать. Пока вы будете оставаться там, вы никогда не заглянете в свое будущее. Аминь. Но здесь есть еще один урок. Посмотрите на царя Ахава. Он был царем Израиля, и он допустил ошибку. Он знал, что ему нельзя жениться на этой женщине. Но запомните, что у ваших решений всегда есть последствия. У каждого человека есть свобода выбора. У каждого. Но никто из нас не свободен от последствий. Например, сегодня вы можете принять какое-то плохое финансовое решение. Вы можете тратить больше, чем зарабатываете. Но рано или поздно вам придется разбираться с последствиями такого образа жизни. Вы знаете, что во многих штатах легализовали марихуану. Многие люди рады, что в их штатах это произошло, но посмотрите на проблемы и трудности, которые появились у них впоследствии. У плохого решения всегда есть последствия. Вы можете решить: «Я буду пить все подряд и принимать всевозможные наркотики». Вперед! Но знаете, что у каждого плохого решения есть последствия. Ваша печень однажды откажется работать. Аминь. Если вы позволите чему-то стать зависимостью в вашей жизни, то сами не заметите, как теперь уже вами манипулируют. Библия говорит об Ионе, который убежал от Бога. Бог сказал ему идти и проповедовать в Ниневе. Но он сел на корабль и заплатил за билет в другую сторону. За непослушание Богу всегда приходится платить, и из этого никогда не выходит ничего хорошего. Аминь. Кто-то с этим согласен. Итак, Илья попросил у этой женщины воды, и она согласилась. Запишите, маленькие шаги послушания ведут к большому благословению. Он начал с фразы: «Дай мне попить». Он хотел убедиться, она ли та самая. Он — пророк, Божий служитель. И он представляет власть, силу, представляет обеспечение от Бога. Илья хорошо знаком с Божьими чудесами. И вот он входит в жизнь этой женщины, и то маленькое послушание привело к огромному благословению. Если мы с вами верны малым, то это приведет нас к большему. И пока она делает этот маленький шаг послушания, он понимает, что это она, и говорит принести ему еще и еду. Она отвечает: «Это моя последняя еда». А Илья говорит: «Да, сделай все, как ты сказала, но прежде испеки мне лепешку». Многие люди зациклены лишь на том, чего хотят они. «Я устал от того, что Библия диктует мне, как мне жить. А я буду делать то, чего я хочу». Но если вы поставите Бога на первое место, вы никогда не будете в проигрыше. А если вы поставите на первое место себя, то это всегда будет вам чего-то стоить. Аминь. Бог никогда не попросит у вас того, чего у вас нет. Но Он попросит у вас то, что у вас есть. Илья сказал: «Иди домой и сделай так, как ты сказала. Мука в твоей катке не закончится. И не закончится масло в твоем кувшине до того дня, пока Бог не пошлет дождь на землю». Иными словами, когда-то все это закончится. А когда? Когда придет дождь. Мука и масло закончились. Когда? Когда у нее появились средства для содержания себя. Бог обеспечивает, но Он ожидает, что мы будем ответственными и самостоятельными, когда пойдет дождь. Бог ничего вам не должен. Правительство ничего вам не должно. Мы думаем, что церковь нам должна. Мы думаем, что Бог нам должен. Мы думаем, что государство нам должно. Бог сказал, что Он будет сверхъестественно заботиться о нас, и Он так и делает. Но Он также ожидает, что мы сможем позаботиться о себе. Что мы сделаем это, когда Он пошлет дождь. Аллилуйя. Иисус сказал об этом так: «Итак, не заботьтесь и не говорите, что нам есть, или что пить,
или во что одеться, потому что всего этого ищут язычники, и потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Ищите же прежде Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам. Я обращаюсь к каждому из вас. Спросите у Бога, на первом ли ты месте? Но прежде Иисус должен быть на первом месте. Он выше всего. И не так важно, поставили ли вы его на первое место или нет. Библия говорит в Откровении 22 главе 13 стихе. «Я есть Альфа и Омега, начало и конец, первый и последний. Так что от вас тут ничего не зависит. Он царь в любом случае». Тут все ясно. Но первый ли он в вашей жизни? Бытие, первая глава, написано «в начале Бог». Аминь. В начале Бог. Я знаю, что Он первый. Он был в самом начале. Библия говорит, что Иисус был заклан еще до основания этого мира. Он начало, и Он был еще до начала. Он первый и последний. Также Евангелие от Иоанна, первая глава, говорит, в начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было в начале у Бога. Все через Него начало быть. И без Него ничто не начало быть, что начало быть. Далее, 14 стих. «И Слово стало плотью, и обитало с нами, полное благодати и истины. И мы видели славу Его, славу, как единородного от Отца». Бог первый. И мой вопрос, ставим ли мы Его на первое место? Стоит ли Бог на первом месте во всем, что мы делаем? И говорил Ахав, царь израильский, и Иосафату, царю иудейскому. Два царя, Ахав и Иосафат. У одного было 10 колен Израиля, у второго только 2. «Пойдешь ли со мною в Рамов-Галаадский?» Тот сказал ему, «Как ты, так и я, как твой народ, так и мой народ. Иду с тобою на войну». И сказал Иосафат царю израильскому, возможно, потому что он знал Ахава и его плохие решения, «Вопроси сегодня, что скажет Господь. А когда вы принимаете какое-то решение, у вас такое же отношение, как и у Иосафата? Вы меня слышите? Это важно». «Конечно же, я пойду с тобой на войну. Я с тобою. Мы цари Израиля. Мы служим Господу Богу. У нас один Бог, одна кровь, одна ДНК. Но перед тем, как идти на войну, я хочу узнать, что об этом думает Господь. И тут есть прекрасный урок. Не тратьте свою энергию на сражение, в котором нет Бога». И Иосафат сказал, «Давай прежде спросим у Господа». Они обратились к пророкам, и пророки сказали, «Идите на войну, Бог с вами, и вы поразите своих врагов». Когда нужно принимать решение, вы должны узнать, чего хочет Бог. Не принимайте обычные решения, а уточните, чего Бог желает для вас. Аминь. И в завершение, я хотел бы показать вам еще несколько стихов, которые я считаю такими сильными. Это 4 книга Царств, 6 глава. Это история о Елисее, пророке, который был после Ильи. Вот как Бог желает, чтобы мы жили. Послушайте, Бог желает, чтобы вы были первыми. Бог сам уже первый. Аминь. И, во-вторых, Бог должен быть первым в нашей жизни. В-третьих, когда вы ставите Бога на первое место и осознаете, что Он номер один, тогда Он делает вас номером один. Он делает вас головой, а не хвостом. Он делает вас только наверху, а не внизу. Он будет следить за тем, чтобы вы были умнее своих врагов. Он будет открывать вам планы врага, чтобы вы были на шаг впереди. Ничто не будет для вас неожиданностью. Что бы ни делали ваши враги,
вы всегда будете наверху. Вы всегда будете победителями. Как и сказано в Ветхом Завете, будете головою, а не хвостом. Вы всегда будете на шаг впереди. Каким-то образом, вы всегда будете оказываться на вершине. Я хочу, чтобы мы с вами сейчас отложили все и имели важный разговор лицом к лицу. Вы познали Иисуса? Являетесь ли вы христианином? Молюсь всем сердцем, чтобы каждый, кто еще не познал Бога, смог узнать Его и увидеть, какой Он чудесный. Я проповедую Евангелие уже 35 лет и еще ни разу не приблизился к тому, чтобы в точности описать то, какой чудесный наш Иисус, описать то, как сильно Он вас любит и как Он верит в вас. У Него есть планы, цель для вашей жизни. Все, что нужно сделать, это открыть свое сердце для Него. Библия говорит, что Иисус стоит у двери и стучит. Он не станет выбивать дверь. Он ждет, когда вы пригласите Его войти. Может, раньше вы уже были с Богом. Может, это было в молодости, но потом жизнь закрутила вас. Но теперь вы понимаете, что жизнь — это что-то большее, чем просто работать и оплачивать счета. Важно понять цель от Бога для вас и Его предназначение для вашей жизни. Жить не значит просто существовать. Скажите: «Господь Иисус, я прошу Тебя войти в мою жизнь. Прости мне мои грехи. Я принимаю Тебя как моего Господа и Спасителя. Аминь». Если вы произнесли эту молитву сегодня, я прошу вас зайти на наш сайт, адрес которого вы видите на экране. В раздел «Подарок» дайте нам знать, что вы приняли сегодня это решение. Специально для вас я написал книгу, которая поможет вам узнать, как начать строить отношения с Иисусом. Сообщите нам о своем решении, и мы тут же вышлем вам этот подарок. Смотрите нашу программу на следующей неделе. Или приезжайте в один из филиалов нашей церкви. Мы будем рады видеть вас. Ведь каждое воскресенье мы собираемся для вас. Благословений вам!